Всем привет, с вами Мико, я продолжаю проходить Prey. Как вы помните, мы вошли в реактор, да? Комната управления реактором, и нам сейчас надо спускаться, я так понимаю, вниз до той комнатки и, в общем, смотреть, что тут, как тут, куда тут, перезапускать станцию и все такое. Так, огненный, что ли, здесь? Заперто, кстати. Так, ладно. На слева у нас что? Потихонечку продвигаемся, потихонечку смотрим, что, зачем, куда. Там сверху, кстати, достаточно. А вот это, кстати, может и проход дальше. Не знаю. Тут же всякие есть проходы разные, правильно? Поэтому, может быть, даже что-то из этого интересное получится. У меня, опять же, немного всего, к сожалению. Поэтому... Не знаю, насколько далеко мы сможем зайти. Так. Я немножко боюсь опять. У меня перерыв был небольшой в игре. Я сосредоточилась в последнее время проходить какой-нибудь там Dark Souls и так далее. Но по большей части потому, что выпуски по Dark Souls весят очень много. А если мне придется выпускать, ну, с VPN видео, то, сами понимаете, скорость там будет достаточно плохая, и уж лучше, чтобы тяжеловесные ролики вышли быстрее, потому что какой-нибудь Dark Souls весит, например, где-то 80 гигабайт уже в готовом варианте, его надо залить. Собственно, я думаю, объяснять не надо, что это достаточно много. Раньше я мечтала о том, чтобы мы не были не во вселенной. Ну, кстати, могу и сюда спрыгнуть. По сути. Николас Стилуотер. Пропуск. Проход к реактору. И... Случайно. Я думала, я так сильно не скачусь. Ну там турель, окей. Что-то я думала, здесь кто-то есть. А здесь нет. Кто-то здесь есть, да? Что, взломаем? Стараемся. Ай-яй-яй. Давай. Вечно я раскладку забываю переключить в игре. Перед заходом в игру, точнее. И приходится вспоминать, где у нас на русском это все дело находится. Так, ладно. Журнал ошибок обновлен. Ну, собственно, турели. Видите пароль? А чё? А чё так? Давай, иди сюда. С. Давай. С. Ну, пока нормально вроде. Запрос нового оператора. Давай, вылезай. Transtar, Cobalt, 410, Engineering Class Operator, ready to inspect. Спасибо. Так, набор для улучшения оружия. Дивертир. Чуть хочется шуткануть про дивергент. Окей, хорошо.
Ой, смотрите, какая там светомузыка. Ёй. Там целая... целая дичь там происходит. Даже страшно туда смотреть. Так, он здесь летает. Хорошо. Ну, мы сейчас сделаем самое основное. Во всяком случае. Гнездо цистоидов. Внутри, что ли? Гай Кроу. Тоже проход к реактору. Чё-то там пипец какой-то происходит в этом реакторе. Так, ладно. Значит, выше. Хотя комната управления реактором вон там. А, это взрывчатый баллон, окей. Я попробую здесь еще сначала все постараться обойти. Может быть, как-то... какие-то приготовления надо еще сделать предварительно. Пикш его знает. Но походу... походу и нет. Но если что, в комнату даже так можно было пройти. Без официального, скажем так, прохода. Но тут определенно есть гнездо цистоидов. Ёй-ёй-ёй. Откроется? Нет? Ну, наверное, откроется после, да? Ладно, у нас есть проход, пропуск. Антирад. Добраться до комнаты управления реактором электростанции. Перезагрузить электростанцию Талоса. Нульволновый глушитель. Баллон для гипс-пушки. Ура! Есть баллон для гипс-пушки. Порядок действий при возникновении аварийной ситуации в реакторе. Отрывок из инструкции по действиям в аварийной ситуации к реактору РСК-2029-03. 10, 16, 76. Запуск перезагрузки. Аварийные переключатели. До начала отключения реактора аварийные переключатели на всем оборудовании должны быть переведены в положение «выключено» в следующем порядке. Магнитосфера, энергосистема подстанции, фотоэлектрические кольца, гравитация, жизнеобеспечение, основной реактор. Не надо это делать. Знаю. Наверное, нет. Внимание, не выключать без соответствующего разрешения. Обратитесь к руководству порядок действий при отказе реакции реактора за инструкциями памяткой по безопасности. Магнитосфера, энергосистема подстанции. Магнитосфера, энергосистема подстанции. Может быть, тут и правильный порядок. Фотоэлектрические кольца гравитации. Гравитация. Жизнеобеспечение, основной реактор. Начать перезапуск. Пускай программа установки реактора. Энергосистема подстанции отключена. Фотоэлектрические кольца отключены, жизнеобеспечение отключено. Магнитосфера отключена. А, пониженная гравитация. Остановка главного реактора через 3, 2, 1. Реактор остановлен. Главный реактор будет запущен через 3, 2, 1. Нормальная гравитация. Жизнеобеспечение включено. Магнитосфера, внимание, запуск реактора прерван. Включаю запасной генератор. Коннелли, этот кретин должен был проверить инверторы неделю назад.
Ладно, Морган, придется вам самому чинить или найти замену, если повезет. Да, я поняла, тут надо этих хренов уничтожить. Тестоидов. Почему сломано-то? Когда она умудрилась так не туда? Когда она умудрилась сломаться? Так. Вот чтобы не было такого мне больше. Даже вот такая бесполезная трата, да. Да, 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 да. Целой в нужный момент сломалась. Лол, последнее, что ли, лопнуло? Ты чё, живая? Где еще цистоиды? Внимание, радиационное заражение. Обратитесь к врачу. Окей. Где? Дивертер. У меня запчастей нет? Николас Тилоутра, я погрузила запасные дивертеры для реактора в лифт. Попросила Конули отправить их вниз по возможности. Перезагрузить редактор станции, починить или заменить. А, он был, знаете где? Я сейчас скажу. Он лежал как раз там в комнатке. Блин. Пластик. Вон он. Чуть меня шатает от радиации, да? Блин, не туда тыкаю. Слишком много игр играю. Все путаю нафиг. Так. Никра. Антирад. Вот она. Дивертер. Там внизу, что ли? Они находятся или где, интересно? Давай. Отлично. Заменили дивертор. Завершаем перезагрузку. Ну, невозможно все просто с первого раза. Продолжить. Возобновляю запуск реактора. Магнитосфера включена. Энергосистема подстанции включена. Запуск реактора завершен. Система в норме. Сработало. Подаю питание на лифты и шлюзы, но... Вижу много всплесков энергии и утечку в камере охлаждения. Осторожнее, на обратном пути могут быть и другие неполадки. Так, ясно, все обнулилось.
Теперь Даллас открыт. Умно, рискованно, но умно, хорошо. Что кое в чем ты не меняешься. Я больше не буду тебе мешать. У тебя есть право узнать правду. Всю правду. Зайди в мой кабинет. Морган, это вы? Что бы вы там ни сделали, я это почувствовала. Если вы решили отомстить... Энергоснабжение восстановлено. А, значит, лифт тоже. Надеюсь. Да. Ясно. Мне говорили, что на самом деле, когда Алекс пойдет, ну, попросит нас к нему зайти, то это уже... Если я туда схожу, то это будет, ну, скажем так, точка невозврата. Вот. Поэтому мы туда не пойдем. Я буду делать сейчас все, что можно сделать до этого. И у нас тут, по-моему, два технопата. Как вам такое? Он умер или нет? По-моему, да. Слишком высоко ж падал. Где? А кто это такое? Мимик? Так, я все понимаю, кроме этого, пожалуй. Вот эту хрень мне нужно сбить. Я по ней еще не попадаю. Нам еще надо обследовать это место. Видишь меня? Давай. А, кровопотери, конечно, сильные. Но мы его уничтожили нафиг. Так, у меня есть еще что-то против? Вот оно. Жаль. Так, ну ладно. Господи, он как-то так приподнялся. Это очень странно было. Так, где у нас... Фух, вот это вот все. Так, починить. Так, починили лифт. Хорошо. Просто отлично. Тут кого-то там придавили. Где-то то, где-то это. Столько, блин, все... Очень большие комнаты, я их вообще не люблю. Ну, типа... Как вам сказать? Все время хочется везде залезть, да? Но тяжело приступить к изучению большой комнаты. Надо от турели это избавиться.
А, ну ладно, давайте взломаем тогда. То они здесь кричат, блин. Фух, успела. Отлично. Да, пипец, они все это поехавшие немножко. А я же еще задумалась, знаете, откуда здесь может быть запчасть? Я же здесь все собрала до того, как реактор запустила. Поломка. Где еще технопад валяется? Что за звук такой криповый? Реактор, да. Ладно. Вставить ключ. Какой ключ? Интересно. Что за жизнь такая, подстанция? Ну ладно. Так, окей, одна сосиска здесь. Мне нужен тот, которого я уничтожила почти. Но здесь что ли остался? Или вот он где-то тут валяется между делом? Да сколько можно? Я уже отвыкла в других играх от этого. Честно, очень отвыкаешь от атмосферы Прея и начинаешь с каждого простого скримера выпадать. О, да. Пожалуйста, вот он. Ганглии, там туда-сюда. Это кнопка, которую невозможно нажать. Там что-то наверху есть. Но как бы... Одно не работает, второе не работает, это не работает, пятое, десятое. Так, ладно. У нас здесь вообще темно. И что это мне дает? Ни хрена. Так, ладно. Идем наверх тогда. Посмотрим, может быть, я тут запчасти найду какие-нибудь. Не, вообще всякие запчасти, по идее. Где-нибудь. Что там? О, зараженные операторы есть еще. Иди сюда. Отлично. Одни запчасти.
Так. Ну, здесь, понятное дело, никому не помочь. Еще высший мимик. А можно, кстати, пушку какую-нибудь разобрать, да, на запчасти? Офсайловое яблоко. Скушаем. Давай. Разобрать. Сколько у нас? 4 запчасти. Все. Ну, теперь, по идее, можем починить. Где он? Отлично. Прекрасно. Перемещаем разный хлам. Смотрим, что тут у нас еще есть. Ну, повторок вроде бы и не никаких. Ну, в принципе, как мне говорили, то что-то я алкоголь коплю, прям собираю и... не утилизирую. Давайте вот это вот утилизируем. И сразу же много всего получаем. Хорошо. Хорошо. Так, блин, у нас еще здесь этот сломанный. Ладно. Лифты где? Которые я починила. Где вообще хоть что-то? Отсюда выйди. Так, сейчас, ладно. Разберемся без паники. В любом случае, надо идти наверх. И наверх. И наверх. И наверх. Ну, хотя бы утилизаторы починили. Вон, видите, там огонь. Видимо, может быть, даже я его устроила. А кто еще? Может быть, один из этих? Ну, это, в принципе, ну, ерунда, на самом деле. С этим спокойно можно справиться. Так, можно, кстати, вот так. Там вот так. Вот так. И вот мы уже выше. Так, ящик. Баллон для гипс-пушки, кстати. Что за звук такой стрёмный? Не надо так делать. Так. А это мы сюда. Оп. И нормально. Оп. Оп. Обожаю эту фигню. Вот. А здесь у нас, оказывается, лежал неработ. Ну, кстати, наверх вон. Куда идти можно? Есть еще вот это. Ахюш. В который раз за сегодня? В который раз за сегодня я спрашиваю? Так, наверх пока. Пока наверх. Мне это как минимум хоть куда-то приведет. Несколько задач, да, я понимаю. Сейчас еще подождите, посмотрим, как тут с этим местом. Что это за место? Не открывается.
Но я не вижу, на самом деле, как по потолку туда перебраться. Там решетка до конца. Даже там какое-то странное пока место. Но интересно, знаете, что теперь работает станция, например. Это же круто. Привет, почини меня. Садина осталось ничего смертельного. Это ненадолго. Да. Фух, окей, можем наконец-то перейти в другую зону. И при этом у нас как бы отсек. Я так понимаю, отсеки в целом открылись. Из-за того, что мы перезагрузили станции, можем снова теперь путешествовать. Можем, например, дойти до Екатерины. Да, можем пройти в отдел нейромодов, например, потому что... Ну, у нас были задания. Надо этого повара, блин, фальшивого найти. По-любому надо найти. Так что нам еще много чем надо заняться. Но хотя бы теперь у нас это все в доступе. Я, кстати, все думала о том, буду ли я в итоге заниматься таким вот финалочкой с утилизацией всего-всего. И что-то вот... Как-то я не знаю пока что. Пока что я совершенно не знаю, непоняточков. Буду я таким заниматься или нет? Так, мне в какой шлюз надо? Лаборатория психотроники, аппаратная лаборатория. Это у нас что? Почему он не показывает, что это? Терминал какой-то. Power plant. Станция регенерации воздуха. А чё вот там такое желтое? Что это? Покинутый шаттл. Но мы на нем были или нет? Да, были. Там мы тоже были. Терминал, да, понятно. Пойдемте к Екатерине. Она в нашем кабинете, небось, до сих пор сидит. Я надеюсь, нас сейчас туда пустят. А, она в аппаратной лаборатории. Это как туда пробраться? Секундочку. Мозговой центр. Достижение. Морган, это Игви. Морган, я добрался до вашего кабинета. Игви, что вы здесь делаете? Как вы выжили? Директор Ильюшина, ну, я... Доктор Игви. О, боже. Что это? Это вы, Морган?
Да нет, это январь. Попытка Моргана взвесить совестью, как обычно. Получилось лишь доказательство ее раздутого эго. Мне есть что вам ответить, доктор Ильюшин, но у нас мало времени. А доктор Игве без твоего встревожен и дезориентирован. Хорошо, доктор Игве, стойте на страже и не подходите к фабрикатору. Да, шеф. Ильюшина и Январь. Лол. Ай. А я, короче, напрямик. Или нет, или не получится. Ох ты, боже мой. Да, придется уничтожить. Потому что здесь что-то может быть. Блин, да попади ты уже просто. Вот. Ну что тут у нас? Отлично. Вот эти вот штуки можно, конечно, было бы открыть. Ну ладно, обратно в лабораторию. Давненько мы тут не были. Уже прям очень давно, учитывая еще, когда я начала проходить эту игру. Привет, уже столько времени прошло, пипец. Просто, ребят, очень долго времени прошло. Я извиняюсь, что как всегда очень все затягиваю, задерживаю, потому что с моим состоянием, самочувствием многие игры превращаются, к сожалению, в немножко болезненность. То, что Prey, он в космосе, гравитация от первого лица, и меня тупо укачивает достаточно часто, к сожалению. Поэтому я не могу взять, вот, допустим, за вечер его пройти. Мне нужно готовиться к тому, что мне через какое-то время может быть хуже, чем было. Вот. Это да. Я поняла, кто ты. Вернулись снаружи, починули лифт. И спасибо, я смогу спокойно передвигаться. А вы нет. Нет? Вон он, вижу. Еще один? А, ну это уже другой разговор, есть еще один. Что-то меня здесь решили встретить двумя. Жаль, что мертвым, правда, только. Ну ладно. Но я поймала. Это мы читали. Нашвырял, конечно, кучу всего. А? За что? О. Давай. Спасибо. Угу.
О, что ж, ребят, давайте тогда на этом пока что остановимся. Сможем тогда за этим коком путешествовать вполне себе. Найти его, заразу такую. Здесь отчет валяется, будто бы я здесь не собирала. Я здесь много чего собирала, я здесь же ходила прям основательно. Мы еще вот это вот все сделали. Ну, кстати, вот прям там внизу что-то все еще светится. Ладненько. Будем исследовать еще станцию. Я, опять же, не уверена, насколько прям досконально. Вот, но постараюсь-то сколько смогу. Вот. Во всяком случае, если что, это просто будет как обычно, дольше, чем обычно. Но вы меня знаете, уже ко мне, наверное, привыкли, что рано или поздно мы закончим эту игру. Мне тем более уже интересно поиграть в дополнение. Уже хочется там, потому что мне рассказывали, необычности будут всяким. Вот, и чуть-чуть иначе все пойдет. Так что увидимся обязательно в следующем выпуске, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам это все нравится. И обязательно оставляйте ваши комментарии. С удовольствием их почитаю. Всем пока-пока и до встречи. Мое.